17 февраля по 17 марта в библиотеке Горловского проходит благотворительная акция «В помощь бездомным животным. Коробка добра». Посетители библиотеки и просто неравнодушные к проблемам бездомных животных могут принести в библиотеку корм. Библиотека Горловского организовала акцию совместно с волонтерским движением «Потеряшки». Тоже становится хорошей традицией собирать корм для волонтерского движения «Потеряшки» город Сергиев Посад. Потому что эта проблема, к сожалению, касается всех нас, всех горожан. И огромная благодарность и, конечно, признательность вот этим мужественным людям, которые этим занимаются. Передержкой организуют и работают с собаками, как-то их пристраивают в семьи. Это, конечно, титанический труд. И просто мы их решили уже просто чем можем, тем помочь. Собрать корм для того, чтобы хоть немножечко решить эту проблему. На стенде библиотеки можно узнать истории животных, которые сейчас находятся на попечении волонтерского движения, и познакомиться с литературой о животных. Цель акции не только собрать корм, но и найти семьи для бездомных животных. Подобные акции проводятся волонтерским движением «Потеряшки» регулярно. Во время масленичных гуляний в парке «Скидские пруды» волонтеры организовали ярмарку. На ней можно было приобрести сувениры и угощения. Средства, вырученные от продажи, пошли в фонд помощи бездомным животным. Алена Ромашкина, Кирилл Емельянов. Программа «События».